שלום לודמילה. שלום דוקטור יקרדה. ושלום, הנה פה אחותך, אירנה, שלום. שלום דוקטור יקרדה. עכשיו, לודמילה, אם תוכלי ברוסית וספר לנו מה המחלה שחלית בה, איזה טיפולים קיבלת, באיזה מצב הגעת לקליניקה שלי, ומה התוצאה של הטיפולים שעשינו במהלך כחודש וחצי, חודשיים שאנחנו מטפלים. В конце марта 2011 года я сделала проверку колоноскопию и неожиданно, конечно, получила очень тяжелую весть, я и вся моя семья, что у меня рак толстой кишки вместе с метастазами по всей полости живота. Было, конечно, очень тяжело получить эту весть, но надо было с этим бороться. Я прошла операцию, прошла очень тяжелую операцию. Операция прошла успешно, но получила осложнение. Осложнение – это абсцесс, очень неприятная вещь. Абсцесс, чтобы удалить абсцесс, я пролежала полтора месяца в больнице, получая антибиотик в вену, в руку 3-4 раза в день. Я, конечно, ослабла. Надо было начинать срочно химиотерапию. Абсцесс уменьшился. Но он остался, он не исчез. Меня выписали из больницы, чтобы я окрепла. Я действительно первые дни стала чувствовать себя лучше, стала крепнуть. Но вдруг, через 2 недели, я почувствовала, что я очень слабая. У меня нет аппетита, у меня болят кости, у меня болят мышцы. У меня есть одышка, очень тяжелая одышка. И я дошла до такого состояния, что я стала терять сознание. Чтобы сесть за стол, я должна была держаться за стол. Я должна была, чтобы сесть, держаться за стол. Чтобы лечь или встать с кровати, это только с помощью моих родных. Я думала, что я сяду в инвалидное кресло. Было очень тяжело. И я не могу начать химиотерапию. Когда сделали анализы крови, оказалось, что болезнь вернулась в полость живота. Маркеры мои, это состояние раковых клеток в организме, стали расти. Это очень стало очень страшно. И мы стали искать пути. И вдруг мы стали получать, от нескольких знакомых получили номер телефона доктора Рикардо. На следующий же день мы были в его клинике. С одной я пришла, сложенная вдвое, серая, без румянца, серая, бело-серая. С одной стороны меня держала сестра, со второй стороны меня держал племянник. Когда я вошла в клинику, все сразу стали звать доктора Рикардо. Меня уложили. Я получила тут же первое лечение, процедуру. Он поставил иголки. Что вам сказать? Это было какое-то просто чудо. И я легко вдохнула. Из кровати я уже могла потихонечку встать сама. Я встала, я выпрямилась. Это действительно было чудо. Так я приходила 2 недели. Я получила гомеопатический препарат, который я принимаю постоянно, каждый день. И стала приходить в клинику доктора Рикардо. Что вам сказать? Через некоторое время я чувствую, что я могу шевелить руками, пальцами. Я могу кушать самостоятельно. Я могу поднимать руки. Можно сказать, я могу танцевать. Это действительно чудесное состояние. Пришло время получать химиотерапию. Прошел месяц после того, как я получила процедуру от доктора Рикардо с гомеопатическими препаратами. Прежде чем сделать химиотерапию, делают анализ крови. Эти 2 часа, чтобы узнать, что же у меня с маркерами, конечно, прошли в тяжелом ожидании. Вдруг ко мне подходит сестра со слезами на глазах, но с широкой и большой улыбкой. Я поняла, что она мне сейчас сообщит отличную новость. И она говорит: ты не поверишь, маркеры твои упали на 5 единиц без химиотерапии, только с помощью доктора, лечение доктора Рикардо. Конечно, радости не было конца, что и говорить.
В то же время хочу сказать, что в то время, когда я себя чувствовала плохо, у меня изменились показатели TSH. Это показатели щитовидной железы. Это тоже приводило к тому, что я не могла принимать химиотерапию. Мы также были у... Как это называется, врачи? У врача. У эндокринолога. И он сказал, что я должна всю жизнь принимать лекарство электроксин. Когда же сделали в больнице перед химиотерапией анализы крови, оказалось, что TSH вошло в норму. То было 7,2, а это вошло в норму. Без лекарства. Без лекарства. То есть маркеры поднялись на 5 единиц. Опустились на 5 единиц за счет лечения доктора Рикардо, его процедур и гомеопатических препаратов. У меня TSH стало в норму без лекарства. У меня опустился холестерол, с которым я боролась всю жизнь, и я не могла достигнуть хороших результатов. Анализы крови моей стали как у здорового человека. И я начала химиотерапию. Я ее сейчас прохожу с помощью доктора Рикардо. И я надеюсь, что моя болезнь будет улучшаться. И я не знаю, чудо ли это или что. То, что я попала в его руки. Я могу сказать только ему большое спасибо. Хочу еще отметить еще одну особенность. Это одышка, которая тоже почему-то у меня началась после операции. Начинается она с того, что начинает кружиться голова. Я уже не воспринимаю то, что говорят вокруг. И я начинаю падать. Так случилось со мной именно по дороге в его клинику. Конечно, меня тут же уложили. Он поставил несколько иголок, у меня вернулся цвет лица тут же. Я вдохнула воздух свободно. Я даже как не дышала так, наверное, когда я была здоровым человеком. То есть воздух вошел глубоко в меня. Я почувствовала, как он проникает. Одышки иногда возвращаются, но уже без головокружения. И я надеюсь, с его помощью это исчезнет у меня навсегда. Я очень довольна, что я попала в эти руки. Я не хочу, чтобы у кого-то были какие-то проблемы. Не хочу. Дай Бог всем здоровья. Но не дай Бог у кого-то будут проблемы, а есть адрес. У вас есть адрес, воспользуйтесь им. Туда рова, Ирина. Людмила, туда рова. Туда лиха, доктор Рикардо. Thank you.